Брюссель, 16 мая, РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. Ранее стало известно, что Евротройка – Франция, Германия, Великобритания и Иран – договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В первую очередь речь идет о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами, эффективных банковских транзакциях, продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта, о предоставлении экспортных кредитов. Практические решения планируется разработать в течение ближайших недель. На 19-20 мая назначен визит в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньяти. По данным Еврокомиссии, цель поездки – обсуждение сотрудничества в области энергетики в рамках подтверждения приверженности соглашению по ядерной программе Ирана. Отказ Трампа от сделки по Ирану, Иран и шестерка международных посредников – Россия, США, Великобритания, КНР. Франция, Германия, в 2015 году подписали документ об урегулировании так называемой иранской ядерной проблемы. Участники приняли совместный всеобъемлющий план действий, СВПД, выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции. Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. 8 мая американский лидер объявил о выходе страны из соглашения и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана. В ограничения попадут критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимию и финансы. В числе восстановленных санкций будут и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Один из главных вопросов – будут ли союзники США эти требования выполнять? Остальные страны-гаранты соглашения решения Трампа осудили, указав на опасные последствия.